Здравствуйте, мои хорошие! На канале снова с вами Лина. Добро пожаловать на мою домашнюю кухню. Сегодня мы с вами приготовим очень быстрый, очень вкусный и очень полезный салат. Салат из чечевицы. Чечевица очень полезная. В ней много железа и кальция. Давайте будем приступать. Для нашего салата потребуется чечевица вареная. Ну, как варить чечевицу, вы, наверное, знаете. Вареная чечевица. Может быть, у кого-то продается уже готовая в баночках. Тоже можно использовать. У нас, так как есть своя чечевица, я ее отварила. Обязательно ее промыла. Вот вареная чечевица. Кукуруза консервированная. Тунец в масле оливковом. Оливки зеленые без косточки. Перец сладкий, лук, соль, уксус яблочный и оливковое масло. Давайте будем приступать. Будем нарезать на наш салат. Значит, перец сладкий. Режем поменьше, как можете. Как получится, ну поменьше. Режем сладкий перец, у кого какой есть. Домашний, там покупной, но у меня вот испанский, он вообще очень большой. И вот так вот тоненько нарезаем как можно потоньше, режем перчик сладкий. Вот так вот, если видите на ноже, тоненькие кусочки. Нарезали перец, видите, да? Отправляю в контейнер и режем лук. Лук также миленько нарезаем кубиками. Как всегда, ребята, рецепт под видео. У меня большая луковица. Надо ее так вот еще пополам, потому что большая. Такая. Я ее поделила на... У нас четвертинку. Как можно поменьше надо порезать лук. Сейчас я вам покажу. Как можно поменьше. Вот смотрите. Видите, как миленько-миленько. Режем лук. Порезали лук. Миленько. Теперь режем оливки зеленые без косточки. Ну, я вот так режу его. Их вот так вот на половиночку. Так вот тоже помельче. Сейчас я вам покажу, чтобы тоже миленько было. Половинка на половинку. Ну, вот смотрите, беру целую оливку и вот так ее на половиночку и режем. На половиночку и режем. Режем оливки миленько. Ну вот. Порезали мы оливки, тоже миленько. Сейчас будем собирать наш салат. Это очень быстро готовится. Он очень полезный, как я говорила. Особенно сейчас такое время. Мы высыпаем нашу чечевицу в салатничку вареную. Видите, какая красавица. Я ее сварила вчера, промыла. Теперь мы ложим лук. Тоже уже порезанный у нас меленько. Ложим в салатик. Вот так сверху положили, да? А теперь мы немножко его польем яблочным уксусом. Яблочный уксус. Вы, конечно, делаете соль, уксус, масло, все по вкусу. Я поливаю немножко яблочным уксусом. Уксус я люблю, яблочный. Во-первых, у нас будет лук нежный, не так будет он горчить. Во-вторых, даст пикантность, вкус салату. Все это по вкусу. Положили. Теперь мы ложим перец. И
сладкий перец. Положили. Немножечко присолили. Тоже это все делается по вкусу. Соль, уксус, все делается по вкусу. Присолили. Потом будете пробовать, кому нужен немножко больше уксуса, немножко больше соли. Будете сами по вкусу делать. Помешали хорошенечко. Помешали. Теперь мы добавляем сюда тунец. Тунец у меня в оливковом масле. Консерва. Я не сливала, так как это оливковое масло. Добавляем тунец. Вы, конечно, можете готовить, какое есть у вас масло. Но сами должны понять, что оливковое масло – это оливковое масло. И помешиваем. Ой, вкуснятина пахнет. Теперь добавляем оливки зеленые, что мы порезали. Тоже помешали немножечко, вот так вот. И кукурузу консервированную сюда отправляем. И что, ребята, вот видите, как это быстро? Это очень быстро. Он очень полезный, очень быстрый и очень вкусный. Если вы с вечера отварите чечевицу, то, в принципе, только порезать, ничего. Сейчас я попробую немножко на вкус. Очень вкусный. Ну, по мне, я бы добавила немножко еще соли. Вы будете то же самое пробовать и добавлять, что у вас. Я немного добавлю соли и немного добавлю яблочного уксуса. То же самое будете делать вы по вкусу. И перемешиваю. Вот сейчас он будет вкусный. Смотрите, ребята, какая вкуснота. Быстро, полезно и аппетитно. Приятного вам всем аппетита. Ну что, мои хорошие, вот мы с вами закончили наш салат. Очень полезный, в нем много кальция, железа. Готовьте. Пишите мне, кто готовил. Понравился ли вам салат? Доброго вам дня. Крепкого здоровья. С вами была Алина. Пока-пока!